В Североказахстанской области активизировались клещи. С начала апреля от их укусов пострадали 94 человека, в том числе 36 детей. В основном это жители Петропавловска. На территории города их можно встретить в парках, скверах и возле водоемов. В этих местах городские власти проводят дезинсекцию. Обработать планируют площадь в 587 гектаров. Специалисты рекомендуют тщательно подбирать одежду для прогулок. Санврачи напоминают, что клещ опасен тем, что является переносчиком инфекционных заболеваний, в том числе вирусного энцефалита. Вакцинация проводится для лиц, которые проживают в эндемичном районе по клещевому энцефалиту. В Северо-Казахстанской области единственным эндемичным регионом по клещевому энцефалиту является Айыртауский район. То есть для жителей, проживающих в Айыртауском районе, проводится вакцинация на бесплатной основе. Для всех остальных граждан вакцинация против клещевого энцефалита не проводится.